Приветствуем вас, дорогие телезрители. Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Александр Рахленко и Елена Шмелева. Вы смотрите программу «День веков хронограф». Сегодня 30 июня. В этот день в разные времена родились многие замечательные люди, которые приобрели мировую известность в области науки, культуры и искусства. 30 июня 1789 года родился Александр Чертков, российский историк-библиограф. Александр Дмитриевич принадлежал к старинной дворянской фамилии. Родился в Воронеже и по матери приходился внуком известному библиофилу Тевешову. Получив военное образование, Чертков служил в гвардейском кавалерийском полку, участвовал в военной кампании 1812-14 годов, особенно отличился в Кульмском сражении. В 1822 году он вышел в отставку и отправился в турне по Европе. Из путешествия, продолжавшегося 2 года, Чертков привез несколько тетрадей и путевых записок, из которых потом были напечатаны воспоминания о Сицилии. С открытием в 1828 году турецкой кампании он вступил в ряды сражавшихся, но по окончании войны навсегда оставил военную службу и поселился в Москве. Практически все свое время Чертков посвящал изучению русской истории, русских и славянских древностей. Одним из его первых исследований стала книга «Описание древних русских монет». Это была первая работа по нумизматике, которая отвечала требованиям науки и положившая начало точному систематическому описанию древнерусских монет. Академия наук присудила Черткову за описание полную Демидовскую премию, но историк отказался от нее, попросив перевести деньги на напечатание Остромирова «Евангелия». К началу 30-х годов Чертков был московским губернским предводителем дворянства, а также состоял президентом Московского общества истории и древностей российских. Он приобрел роскошный особняк на Мясницкой улице, всегда открытый для друзей и знакомых. Сюда наведывался Пушкин, заходил Жуковский, а однажды здесь обнаружили храпящего на диване Гоголя, который сбежал с премьеры «Ревизор». Но главной достопримечательностью дома была знаменитая библиотека, унаследованная Чертковым от отца и деда и усердно пополняемая им в течение жизни. Библиотека, уже тогда известная под именем Чертковской, была снабжена подробными справочными каталогами и после смерти Александра Дмитриевича открыта для ученых и литераторов. В 1867 году в ней, благодаря частным пожертвованиям, приобретениям и присоединению книжного собрания князя Голицына, насчитывалось около 13,5 тысяч сочинений в 21 тысячи томов. Кроме того, Чертковская библиотека включала в себя 350 уникальных рукописей. 30 июня 1789 года родился Эмиль Жан Арас Верне, французский художник-баталист. Он был сыном и учеником художника Шарля Верне и внуком художника Клода Жозефа Верне. Он сделал блестящую карьеру художника и дипломата, входя в политическую элиту страны как при Наполеоне I Бонапарте, так и во время реставрации. В 1829-35 годах был директором Французской академии в Риме. Он побывал вместе с французской армией в Алжире в 1833 году. В 1836-42-43 годах приезжал с дипломатическими поручениями в Россию, где написал несколько картин по заказам двора. Вот что пишут исследователи о визите в Россию популярного французского баталиста первой половины XIX века. Верне трижды приезжал в Россию. Здесь его, особенно при дворе, буквально носили на руках. Николай I пожаловал ему орден Александра Невского с бриллиантами и русское потомственное дворянство. Он получил заказ написать портреты царской семьи, честь которой удостаивались только самые знаменитые художники своего времени. И удостоился сопровождать Николая I в его путешествии по России во время Вознесенских маневров. Он получил широкую известность как автор патетических батальных полотен, в том числе огромных композиций «Взятие Варшавы», «Взятие Танжера» и других, созданных в 1830-е и 50-е годы по заказу Луи Филиппа и Наполеона III и хранящихся в Версале. Верне любил писать яростные схватки и бурные пейзажи, нередко сочетая их в едином образе. Он выступал также как мастер монументальной декоративной живописи и участвовал в создании плафона в зале египетских древностей в Лувре.
Сегодня 30 июня. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». В этот день произошло много интересных событий в области науки, культуры и техники. О некоторых из них мы расскажем вам. 30 июня 1894 года был открыт самый знаменитый лондонский мост Tower Bridge, построенный инженером Хорасом Джонсом. Tower Bridge – величественный и красивый мост. На его строительство было затрачено свыше 1 миллиона фунтов. Мост выполняет довольно ответственную работу. В нормальном режиме по нему едет нескончаемый поток машин, а в определенные часы мост раздвигается, чтобы пропустить крупное судно. Кирпичные устои моста, имеющие высоту 60 метров, имитируют форму готических башен. Кроме разводящейся проезжей части, на мосту устроен переход для пешеходов, поднятый на высоту 44 метров. Англичане ласково называют Тауэрский мост «стальным скелетом в каменной рубахе». За более чем 100 лет существования Tower Bridge стал визитной карточкой британской столицы. С его башен открывается потрясающий вид на город, а на его фоне любят фотографироваться туристы со всего света. 30 июня 1925 года на правом берегу Енисея вблизи Красноярска был основан заповедник «Столбы». Его площадь около 50 тысяч гектаров. Заповедник раскинулся на северо-западных отрогах восточных Саян, граничащих со Среднесибирским плоскогорьем. Основан он по инициативе жителей Красноярска для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев, то есть каменных столбов. Здесь, среди тайги, возвышаются скалы, утесы. Их около 100. Некоторые из них поднимаются над поверхностью земли на 100 метров. Миллионы лет дожди и ветры, мороз и солнце высекали из дикого камня причудливые фигуры. Люди дали им название «Дед», «Большой Беркут», «Львиные ворота», «Гриф», «Перья». А теперь о погоде в этот день, в разные годы и века. 30 июня 1350 года в Новгороде была буря велика на Духов день. 30 июня 1844 года была сильная буря в Саратовской губернии. 30 июня 1865 года ночью разразилась ужаснейшая буря в Павловске. В Петербурге снесло и попортило деревянные мосты. На Неве разбито несколько барок с дровами и другим грузом. В Летнем саду повырывало деревья с корнями. В Петербурге только и было толков об урагане. 30 июня 1908 года в Ярославле из-за проливного дождя были затоплены улицы. 30 июня 1995 года после сильных дождей на Северном Кавказе прошли селевые потоки. В тот день прекращалось движение по Транскавказской магистрали. 30 июня 1996 года зона шквалов и града захватила Пермскую и Свердловскую области. Был нанесен ущерб хозяйству. В Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областях из-за сухой и жаркой погоды наблюдались лесные пожары. Общее число очагов пожаров – 170. Общее число площадей – 1115 гектаров. 30 июня 1999 года в Кабардино-Балкарии прошел сильный ливень – до 39 миллиметров осадков. Ущерб связан с повреждением сельскохозяйственных культур. В Московской области стояла сильная жара. Температура достигала 32 градусов. Сегодня 30 июня. Наша программа «День веков. Хронограф» подходит к концу. И самое время рассказать о народном календаре. В этот день православная церковь почитает мучеников Мануила, Савила и Исмаила. На Мануила солнце застаивается в зените. Эту народную примету подтверждают данные астрономов. Действительно, к этому времени Земля сбавляет скорость движения вокруг солнца. В этот день распускаются белые кувшинки. И вообще начинается бурный рост растительности. С вами была программа «День веков. Хронограф». И помните, что каждый день – это дата. Каждый день – это имя. Каждый день – это событие.